Добрый день! С вами Сандра. И сегодня хочу вам рассказать, как не надо приглашать людей в свою компанию. Включила я сегодня Skype, посмотрела все свои главные, которые меня интересуют, информацию, полистала. Пошла, погуляла, покушала. Захожу, смотрю, девушка меня приглашает в компанию. Посмотрела, что там такого нового. Не здрасте, не до свидания. Кинула. И все. Ну что я? Я ей кинула свое предложение. Потом показалось, у меня какой-то скайп-чат совсем полный, где-то больше 2000 сообщений. Открыла, смотрю, что-то новое. Такую компанию я не знаю, с такой компанией не работала и ни с кем о такой компании не разговаривал, чтобы он мог меня подключить к этой компании, к чату. Посмотрела, и оказывается, меня туда добавила эта девушка. И начала смотреть, что это за такой чат, что это такая за компания. Оказывается, это инвестиционная компания, которая предлагает там опять деньги. Но мне интересует просто, как я попала в этот чат. И начала смотреть, когда и кто меня добавил. И оказывается, эта девушка уже сегодня добавила очень много людей. И мне даже кажется, что она их добавила так само, как меня. Без их спроса. Да, вот и нашла себя. И хочу сказать, что так людей некрасиво добавлять компании, которые им не интересны. Это получается, взяли тебя за руку, затащили, и давай теперь разбирайся. А зачем мне разбираться, если мне это совсем не интересует? Так что такой метод для построения своей команды, если ты серьезно занимаешься бизнесом, ну, совсем не годится никуда. Так что так не делайте, так некрасиво. И отношение к вам, ну, не будет очень хорошим. На сегодня все. С вами была Сандра. Пока-пока, до следующего раза.